Сначала я думал, что я стану изгоем. Я такой же человек, самый обычный, могу есть, пить, жить, веселиться, но только при этом пить таблетки в нужное время. Меня зовут Светлана Изамбаева, и я основательница благотворительного фонда Светланы Изамбаевой. Наш фонд является автором слета «Все просто». Мы учим жить качественной жизни с ВИЧ-инфекцией. Я очень благодарна, что все-таки нашлись в нашей стране люди, которые уделяют внимание не только взрослым, живущим с ВИЧ, но и детям. Хочется, чтобы таких лагерей было больше. Ребята поддерживают друг друга. Это действительно очень большое дело. Это пожизненная терапия. Именно поэтому так важно понимать, что же происходит внутри, для того, чтобы не было желания перестать принимать эти препараты и перестать лечиться.